Старексик, барабексик. Вышли мы на прогулку с Рексиком 13 апреля 2024 года. Наконец-то погодка наладилась. Плюс 18, но не плюс 28, как это было пару дней назад. Теперь весна настоящая, как надо. Правда, деревья уже успели пораспускаться. Все, кто мог, начал цвести. Смотрите, какое сегодня небо потрясающее. Рекс, куда ты так спешишь? Я ж не успеваю. Ты понимаешь, у тебя 4 ноги, а у меня 2. Поэтому я не успеваю. Да, небо очень красивое. Мы сейчас идем туда, вон, туда, в сторону дуба. Покажем вам, какие там цветут деревья, как это все красиво смотрится. Черныш уже приходил, поел и ушел. У него свое расписание. Он приходит, когда хочет, уходит тоже, когда хочет. Так что поймать его теперь стало трудно. Погода хорошая. Он, у него свои планы, в общем. Вон там деревья белые, ну, конечно, сейчас не видно особо. На видео, наверное, не рассмотрится эта красота. Мы сейчас подойдем поближе к черемухе. Найдем ее. Да, Рексик? Ты к черемухе спешишь, да? Или куда ты спешишь? А, ты спешишь вон к той красивой черешне. Да, сейчас мы еще на черешню глянем. Где она у нас? Сейчас вот так против солнца. Ну, видно, сколько много цветов. Вот эти все 4 дерева. Это все 4 черешни. 4 черешни! Да, вот такие они белые. Белые-белые-белые, цветущие. Так, идем дальше. Давай, Рекс, что ты притормозил? Уморился уже, да? Ну ладно. Так, вот здесь наши лопухи. Кстати, крапива. Вот она. Кто не знал, я думаю, что все знают, с нее очень вкусный. Можно сделать борщик зеленый с молодой крапивы. Лопухи вон растут. Уже больше, чем моя ладошка. Раза в 4-5 выросли. Так, вот здесь, кстати, будет куча-куча хмеля. Хмель будет виться по всем вот этим прекрасным деревьям. Угу. Так, абрикос осыпалось. Уже, а ну-ка, что там у нас? Должны плоды будут завязываться. Рекс, ну что там? Нашел уже что-то. А вот у нас черемуха. Только можете себе представить, какой аромат от этого прекрасного дерева. Так, и там еще одна сейчас черемуха будет, да, Рексик? Как ты думаешь, будет? Небо какое чудесное. Ну давай, веди меня к черемухе. Мне кажется, что там была еще одна. Вот здесь. Может, мне показалось. Но мне казалось сегодня, когда мы тут были, что там есть беленькие какие-то цветочки. Тебе не кажется? Ой, а кто это бежит? А, кошка. Да все, она уже убежала. Не переживай, вот. Вон, белое что-то. Рекс, не шуми. Вон, друзья, смотрите, отсюда вам видно. Все в белых цветочках. Но это, наверное, либо какой-то сорт, какая-то разновидность черемухи, либо какое-то другое дерево. Рекс, как ты думаешь, это черемуха или другое дерево? Ну, ты пока думаешь. Небом полюбуемся. Так, ладно. Там деревья все белые-белые. Но мы туда не пойдем, там собаки гавкают. Вот, именно, что собаки. Давай в ту сторону. Там тоже есть белые красивые деревья. Надо запечатлеть. Ты что,
Потом будем зимой смотреть и вспоминать, какая у нас была тут белоснежная весна. Только не из-за снега, а из-за цветочков. Сейчас мы пойдем полюбуемся и да, со спокойной совестью пойдем отдыхать. Так, где же там наши белые деревья? Давай, Рекс, веди. Вся надежда на тебя. Ты же у нас поводырь. Так, где же эти белые деревья? А, у соседей. Вижу, мы ж туда не пойдем. Что тут такие собаки живут огромные? Не знаю, какой породы. Вот белое что-то у нас. Рекс, можно сюда подойти? Смотри. Что за красота это у нас такая? Я думаю, что это вишня. Такие цветочки небольшие, красивые. А вот следом еще одна цветет. Но, судя по всему, это уже вон, уже с листиками. Это уже, наверное, яблоня или слива. Уже даже осыпается. Вот еще белое дерево. А за ним еще белое дерево. Как пахнет здорово. О, а тут вообще какая красота. Посмотрите. Это огромное высокое дерево и все белое. Что ж это такое? Это может быть груша. Короче, Рекс, в этом году будет очень много фруктов. Смотри, все деревья белые, какие только могут зацвести, все зацвели. Пойдем. Там уже пес живет. Громкий. Мы ж не хотим его сердить. Так, пойдем еще вон туда глянем. Что у нас там творится? Куда? Нас хочешь на небо полюбоваться? Небо, конечно, потрясающее. Как-то ветра нету, облака даже не двигаются. Одна картина осталась висеть. Так, ну мы ж туда не пойдем. Наверное, Рекс, мы свою миссию на сегодня выполнили. Цветы показали вам, деревья цветущие. Теперь вот небо еще вам покажем. Напоследок полюбоваться этой красотой. Ну и пожелаем вам прекрасного дня, успехов в делах. И, как говорится, Рекс, как говорится, до новых встреч. Рексу срочно надо куда-то меня тянуть. Деловой он у нас пес. Все, друзья, до новых встреч. Всем пока.